Филипп Саныч, ничья 2-2. Ваш комментарий по игре. Интересная игра была. Я думаю, что для зрителей. Народу пришло достаточно много на эту игру посмотреть. Поэтому я думаю, что мы порадовали обилием голов, обилием созданных моментов. Вот. И, наверное, ничья. Да, у Торпедо были возможности забить. А и в первом тайме было два у них неплохих прям момента. Таких, можно сказать, стопроцентных. И у нас Илюха Антонов во второй игре подряд уже с 5 метров бьет и, к сожалению, не забил. Но второй был хороший, забил. Вот. Отрабатывает на тренировке, остается после. Да, я думаю, что придет он к забитым мячам. Не только к одному, но и к большему количеству голов. Поэтому хороший, интересный сегодня получился матч. Как оцените экспериментальный центр обороны, потому что давно не играли вместе Колубов и Бекетов, их игру? Да не скажу, что прям он экспериментальный, они играли на сборах в паре, и разные варианты мы просматривали, и Гаджи, и Сантайм в паре, разные варианты были, поэтому немного, не сказать, что экспериментальные, но оба провели достойный матч, и вели хороший наборство, несмотря на их небольшой опыт игр во второй лиге. И возраст тоже 1-6, 2-5 года. Но сейчас уже, правда, не смотрим на это. Вот. Но считаю, что хороший матч провели.